Везде, где можно сгладить ситуацию, не накаляй ее, а отпусти. Ведь жизнь — совсем короткая дистанция. Минуту солнца, круглый год дожди. И если кто-то слаб, в слезах, в истерике, не поучай, а обними, смолчи. Своим советом не открыл Америку, а потерял к душе родной ключи. У каждого из нас свой опыт, правила, свой крест, что как умеем, так несем. Кого-то жизнь уйти на дно заставила, а ты плывешь и думаешь, спасен. Но знаешь, Бог ведь шлет задания тяжкие лишь тем, кто сможет встать потом с колен. Цени людей за сердце под рубашкою. Гордыня — это просто душный плен. Обидевших прости, сойди с дистанции, не нужно никого опережать. Никто не хочет совесть взять по акции, но хочется других судьбу решать. И научить, как правильно по-твоему, исправить чьи-то жизни поскорей. Но жизнь одна, и ставки здесь удвоены. Так мало есть людей среди людей. Кто над чужой бедою плачет искренне, считает груз лишь собственных грехов, здесь правых нет, зато у Бога истина. Но если сердце есть, дари любовь. Доброе утро, мой драгоценный друг. Желаю тебе Божьих благословений понять и принять эту истину.